Сейчас все, запись пошла. Так, ага. Всем привет, ребята. Запись очередного обзора. Обзор шестого тура. Насколько я не ошибаюсь, а я вряд ли ошибаюсь. В гостях у нас сегодня мой товарищ по команде, мой друг Егор Ейченко. Должен был быть еще один сюрприз, но сюрприз не состоялся. Надеюсь, что в других выпусках, в следующих сюрприз все-таки появится у нас здесь. Но Егор — это тоже отличное, как говорится, приобретение на видосик. Егор, пару слов. Да, алейкум ассалам. В этом турнире. Да какие заслуги. Сколько у тебя красных карточек за весь турнир? Желтых. Ну, красных, наверное, штук 5, наверное. Вот, если не ошибаюсь. Ну, это с 2013 года примерно. Желтых, если это Ващука, наверное. Конечно, от кого же еще. А желтых, наверное, ну, в каждом, наверное, третьем матче регулярно проскакивает. Ну, это же тоже, это все не любовь Сергея Ващука, поэтому тут как бы... Ну, да, да, да. И совсем объективная оценка. За одно слово черт удалять, ну, тут такое, ладно. Ну, да. Опустим подробности. Так, ну, играл ты у нас, получается, начинал ты карьеру где у нас? За CS, в легендарной команде CS, да. Потом да. Они стали HP. Вот, это на самом деле HP, это была аббревиатура такая на латиницу. Горышни плавни. Когда переименовали город, мы решили как бы, не знаю, как-то пошутить, и это стало HP. Скажи, Гриша принимал участие в этом всем? Гриша был инициатором всей этой штуки. Ага. Вообще, Гриша – это топовый тренер в плане пошутить, поэтому там всегда было весело. Он же вас тренировал, правильно, HP? Ну, конечно, конечно, да. Ну, потом в последние два сезона HP пришел Макс Берлизев, вот, и да. Там, конечно, шуток было поменьше, вот, но мы тогда взяли медлы, по-моему, да. Хорошо, отлично. Ну, CS, я так понял, сейчас вернуло существование, но это уже, я так понимаю, не тот CS, что был когда-то. Да, это уже CS, лишенный тех, скажем так, легендарных исполнителей, которые были на этапе сотворения. Это Андрей Ткачук, Дмитрий Калинин, но они как бы вот в Валоре еще какое-то время фигурировали, потом по понятным причинам решили... Ну, короче, если бы вы все были, то не было бы восьмого места в джунах, правильно? Ну, да, я думаю, было бы где-то минимум второе место в медлах, поэтому тут как бы ага. Вообще... Понятно. Такая... Ну что, погнали. Начнем, так, обзор пятый тур, и какой у нас первый клип на очереди? Да ёпта. Да любой открывается. А где был Grid Dynamics P2H? Я пропустил клип. Я вроде он мне сказал. А, вот он первый. Это как бы самое интересное. Да, забираем, потому что мы сейчас уши разорвет. Ну, как самое интересное. Ну, по голам гриды нам дарят, как говорится, каждую... Ой-ой-ой. Заминочка. Гриды нам дарят каждый тур какие-то, ну, умопомрачительные счета. Вот. Ну, мы все... Как бы... Да, ну 0-7 это все-таки неприятно. Ну, вторица, ряды пришли набраться опыта сеньоров, чтобы потом в следующем сезоне, я надеюсь, что в медлах они все это применят. Вот. Ну, как бы встречался фаворит, ну как фаворит, сейчас лидер, один из лидеров турнирной таблицы, на секундочку, P2H, третье место, 3 очка от первого места, еще игра в запасе. Вот. Поэтому встречалось... Я так понимаю, что у Гридов какая-то проблема, наверное, со скамейкой. Я вот смотрю, не первый матч их там... Ну да, у них мало людей приходит, вот, к сожалению. Нету капитана, вот, Мельника. Я, ну, как бы он у них много чего решал, решает. Я, как бы, сколько уже пишу эти превью, обзоры, ну, писал, сейчас записываю, то в каждом превью ставилась на него ставка, он редко не оправдывал ожидания, всегда какая-то банечка от него прилетела бы. Но что-то вот его уже нет, я так понимаю, травма или что. Пацаны, очень на самом деле интересно, если там кто не впадлу ряды, напишите в комментах, что там с кэпом вашим. Вот. Ну, как бы 7-0,
Все, в принципе, это по делу. Ну, первые, второй и третий голод у нас Воротничек, конечно, подвез. Но в его оправдание скажу, что там немало он и нас спасал. Фу, хотя при семь-ноль, конечно, странно это говорить, но было намного больше, чем на 7-0. Не, ну если замен нету, то тут, конечно, в сеньорах трудновато. Нет, никак точно нет, но... Ну, маемо, шо маемо, как говорю. Вот, смотри, какая реакция. Неплохо, маемо. Маемо, шо маемо, 7-0, но поражение очередное у грядов. Они, как бы, 29 пропущенных, 0 очков, 6 поражений из 6 игр. Ну, пацаны, это опыт ценный. Я надеюсь, что вы извлечете из этого всего уроки и на следующий сезон новыми силами ворветесь, не знаю, там как бы последнее место же не сразу вылетает вроде как, там еще Кубок Надежды будет, а вдруг пацаны соберутся, Кэп вернется, может быть, зацепятся. Не, так, по-моему, последнее место пролетает сразу. Ну, хер знает. Я с одной банки бывает. Эти все регламенты, им уже грош цена, их уже там как бы... Ну, кстати, да, да. Там как бы... Уже 800 тысяч раз можно его переписать, еще бы одну рифму ссать, но не буду ее говорить. Вот. Ну, в общем, 0-7. Петуиш, красавцы, несутся. Вы докажите Сафонову, что вы в порядке. Назло ему. Он несутся там... тоже, да. Там тоже рифма близкая, которая. Так. Рисы промоты. Что, ты смотрел? Конечно. Да-да-да. Хороший матч. 3-5, по-моему. Да, вот 3-5. Ну, про мода все, тоже. Что ты, все, что ты можешь сказать. Ну, что я могу сказать. Матч был, наверное, напряженный, как бы. Вот. Игроки в желтой форме, наверное, получили какие-то отдельные установки, но, по всей видимости, не смогли их придерживаться, наверное, все-таки. Ну, на самом деле, я не точно помню, как менялся счет. Там в Грессе вели, по-моему, да, один матч потом. Да, они, по-моему, первый... Да, там первый гол должен быть. А дальше уже там Бережной, Новиков и компания начали решать вопросы. Ну, они решают вопросы, наверное, в каждой игре. Я помню, смотрел полностью да, игру. Смотрел игру против Иксов, там, где они вели 4-0, потом просто героический камбэк 4-5. Это просто, ну, наверное, все-таки нужно как-то им... более, ну вот, не знаю, какое-то расслабление, чтобы их покидало после таких счетов. Не могут они удерживать счета. Не, ну они, слава богу, вроде там попустило, там их, они же потом и с брайтами также камбэчнулись, ну, антикамбэчнулись, так сказать. Ну да, 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 я же вот. Ну, сейчас вроде как и выигрывают, и более-менее все наладилось. Тренер там, думаю, нашел нужные слова. Вот. Ух, хороший. Штрафничок. Ну, сколько мы уже смотрим моментов? А, нет, Промода первый забили. Артур забил. Честно, я тоже не совсем помню, что там по счету. Давай посмотрим, как он у нас менялся. Происходит с Промода. 1-0, 2-0, 3-0, 3-1. Да, да, мы так что тут мы приписали пацанам из Рейсхопперс регалии, которых не было. Ну, тут Серега продавил, все, я уже... Я могу это видеть. Столько обзоров просмотреть. Не, ну, Серый в полном порядке, он пропускал, но сейчас, я так понимаю, может, он там подлечился, не знаю. Не получилось с ним срезаться перед, после игр, не совпадали у нас, вот. Но сейчас вроде вернулся, слава богу, дал, как говорится, пацанам уверенности. Вот. Ну, что сказать, про моды тоже, как бы, потихонечку. Хоть вторую победу одержали. У них еще игра в запасе. В принципе, это было принципиальное. В принципе, принципиальная игра, потому что Грейсхоппер сидит на одну позицию ниже них. Вот. Но ну, им, в принципе... Ну, и не хуже чемпиону, если честно, 5 поражений. Я там понимаю проблемы с составом. Это уже все проходили. Кого-то отзаявили даже в этом, с этим связано. Но это шестой тур, у них боже. Еще сколько? 3 игры еще. Да, ну, им надо все равно чемпиону 5 игр проигрывать, одну только выиграть, ну, как бы, не очень правильно, как по мне. Вот. Я понимаю, там с составом проблемы, но это же нужно перед сезоном как-то продумывать. Вот.
Ну, как сказал Доварейзе мне в переписке, то он заценил мою шутку про некого дозаявлять. Ну, может, если бы кого-то и было им заявить, может, они бы это заявили. Может, было бы два форс-мажора у нас в лиге. Вот. Ну, да. Идем дальше. Смешно. Армада ССА групп. Так, счет у нас 1-1. По таблице у нас, ребята, ССА у нас как бы первое место. Армада пятый, но очень амбициозный, так сказать. Ну и вообще, да, в мидл лиге от восьмого места до первого, блин, 3 очка разница. Ну это вообще Армада, плотность. Армада, кстати, помимо того, что самые амбициозные, они еще самые громкие. Чего стоит только их празднование гола, любого, неважно. Да, это празднование гола вообще плохое. Седьмой или там первый. Я делаю тише, потому что могут наушники вообще разорваться. Ну, блин, пацаны с желанием бешеным. Это, а пацаны, ну, это подкупает. Да, себя чувствуют. Это подкупает. Вон Валера, смотри, как несется. Оп. Это подкупает. Они как бы под руководством тренера. Я так понимаю, что они исполняют практически все, что он просит. Ну, и имея в команде Михаила Бидного, как бы это уже заявочка на результат. Ну, да, как вот. Ну, кстати, ну, было бы неплохо с ними сыграть какой-нибудь, если в плей-офф матч удастся, то, как бы, то просто я пропускал этот матч, но было очень-очень засетка, неприятно это смотреть. Вот, не, ну да, пацаны в той игре вообще по делу, красавцы. Ну, если получится, можно было бы с ними подвигаться немножечко. ССА у нас открыл счет, классный обыгрыш между и прострельчик, ну и тут уже... Еще не с первой попытки, но тут было бы некрасиво бы по отношению к партнеру пасующему не забить, конечно. Ну, игра, как по мне, была равная. Не скажу, что там ССА смотрелись на голову выше, хоть они там на первом месте. Все, в принципе, по делу. Пацаны из Армады по делу отыгрались. Посмотрим в следующем туре. Вот мы как раз играем с ССА. Да. Конечно. Ну, гол, конечно, интересный получился, но на замахе убрал очень круто. Правда, потом какой-то такой кизяк полетел. Воротничек, видимо, уже упал или рикошет. Я, честно, поведу судьбу. Ну, там помню, как-то через ногу перекатился. А чем падал под ногой? Ну, короче, непонятно. Ну, да, счет по делу. В дальнейших турах решится для всех, я так понимаю. Кто будет в плей-офф, а кто пойдет Кубок Надежды завоевывать. Ну, вот, поэтому... Пацанам всем удачи. Ну, игруля я лично смотрел. Так, в конце особенно там парочку моментов было еще убойных, подарило интересные эмоции нам. Угу. А вот этот момент как раз. Забивай, и все, и 2-1, и ты как бы... Ты и можно смело... А тут оп, ты обрезал, забивай, и ты тоже на коне. Но остались оба без коней. Так, дальше. Так, давай, сейчас ты будешь рассказывать. Потому что я что-то... О, Intetix Brider. Как раз. Ничего. Две команды твоего топового тренера. Которого не было. Тут счет ничейный. Да, ну, как бы, если и две команды его играют, понятное дело, он будет где-то с шормой стоять за этой сеткой. Быстро забил Брайдгру, по-моему, да, вот 3-я минута. Вот. Как бы их... Форвард передовой вот так оформил как-то быстро, сильно. Вот. Потом, что тут у нас дальше? Пытались они еще закинуть бедному, тоже другу бывшему, то есть партнеру бывшему по команде. Ну, тут Леня справился. Интетикс, в принципе, ну, быстро изравнял. Там 3-я минута, 8-я. Да, через 5 минут Леня таким интересным обводящим ударом впритык. Классный удар вообще, да. Дал, да. Решил. Ну, вообще игра была такая динамичная. Ну, и все, в основном, большинство моментов произошло в первом тайме. Вот. Там как раз под аккомпанемент дождя, я там чуть-чуть застал игру, там начался дождь, но потом, я так понимаю, он прекратился, что позволило пацанам более-менее... Ну, под дождем, блин, такие игры смотреть, он только портит, как по мне. Кому-то, например, в кайф играть под дождем. Я что-то вообще не терплю под дождем играть. Поэтому, вот, ну, тут, конечно, как бы... вообще интересный. Тут, да. Вот,
В общем, хорошо, что у них сейчас у Интетикса в форме хорошая Серега Бысенко. Леня тоже, я так вижу, вроде ну, в форме. В Да, своей Серега была. уже тут мог забивать. Да, Не и забил. Интетикс, несмотря на потерю их пятого номера, который в Лимоне сейчас или где там, довольно неплохо Да, такие еще. да. Ну, а тут в стиле Так они Подвойского, Владислава. не только Дэна потеряли. Ну да. Не только Дэна потеряли, они и Кирюху потеряли, и Дьяченко, и Альпина же за них играл. Ну, Кирюха за них играл меньше, немало. чем, допустим, тот же пятый Ну, номер. Все равно, а вот смотри, какой момент. Бам! А тут Евгений Викторович, как бы, да, положил, паука снял. Ну, это ж маэстро, ты видишь. Но Жека до последнего, видишь, не хотел бить. Ну, видно, что не единоличник пацан. Да, ищет пас, чтобы отдать. Добрая душа, как говорится, Евгения, выдает себя. Ну да. Опа, а вот 3-2. Так что Интетикс два раза вел, я тебе скажу. Могли, в принципе, я же говорю, да, несмотря на то, что у них вроде бы состав прежний, там минус да, какие-то потер... игроки, да они даже... очень Да даже нет, неплохо не с прежний, болитами смотрятся. он потерял, они потеряли... Я имею в виду прежний, Стоп. до появления тех, которые ушли сейчас. А, ну да, я понял, да. Ну, то есть ну, Бусенко и Леня, они давным-давно в Интетиксе играют, в общем. И Люба там, и все остальные пацаны. Поэтому сейчас картина такая, что Интетикс это Брайдрух масло, да. Рядом идут, вот, но Брайдрух игра в запасе, но с лимонами. Поэтому Так там они еще... примерно и забили даже столько же, и пропустили примерно одинаково, короче. Чувствуется Да. рука Григория, так скажем. Да, Григория на руках. Так, дальше. Дальше у нас... А слышно моего, да, стреляющего додика? Ну, так. О, Ascendix Nix Solutions. Блин, ну тут вообще топ, я считаю. По голам это тупо лучшая игра тура. Во-первых, хитрик Юрия. Сейчас я вспомню его фамилию. Поздравляю. Хитрик — это достойный результат. Вот, ну первые бани просто шедевральные. А мяч ему дали, кстати, после матча или нет? Ну, он просил, но сказали, что у IT и так бабок нет на мяче. Сказали, все ушло на зарплату оргкомитету, куда по-моему, еще... что-то такое, типа. Да. Куда еще раздавать? Ну, и да. Так. И все ушло на чай, когда заседание оргкомитета проходит. Ну, да. Какой-то карпатский вроде они пьют, дорогой. Вот первый гол. Ну, блин, это топ. Я считаю, это топ. Ну, блин. А, да, я, кстати, вроде это мне кидали этот гол классный. А что там блин, случилось? Ну это, конечно... Ну, ногами я вроде не нельзя было зачем? играть, по-моему, да. Там только головой зачем можно было. Есть головой. И, блин, сразу же второй момент. Бах! Ну, просто два сами себе. Ну, пацаны, это, конечно, очень обидно. Пропускать такие панки, ну, блин. Да, ну тут, конечно, вратарчик мог бы подсказать, что там я, хотя тут еще игрок был, все равно Никсов, но он был спиной к воротам, я не думаю, что он бы там, он, это же не Бусенко, чтобы пяткой там как-то, хотя я от Юрия, ну, дай бог, чтобы он так, но мне кажется, что я считаю, что воротничек мог бы подсказать. Там, вот. Может, он ну, и подсказал просто. Ну, может, и подсказал. Не я просто не слышал. Вот. Ну, после двух таких пропущенных голов ну, настроение явно подупало у пацков. Вот. Никсы атаковали дальше. Забьют еще, получается, третий. Я так, насколько я помню, будет 3-0. Вот. Ага, ну, вот он его как раз третий. В первом тайме 3-0. Как бы это уже заявочка на то, чтобы закончить игру с победным результатом. Ну, во втором тайме Юрий Дереземля оформит хит-трик, а Сентикс опирает, забьет гол престижа. И на этом как бы и порешали. Но все равно. Нет, не ну, расставили. Никсы, ну, надо отдать должное, это парни, они, скажем так, на голову выше все равно. Как бы, поэтому еще неплохо и сыграл Сентикс. На последнем месте идут пацаки, 6 очков разницы, но тут уже не скажешь, что до первого места, как у других ребят, там 3 очка. Ну, у них, в принципе, сколько? Осталось тут 3 игры еще, да, получается? То есть, теория, если они сильно напрягутся, они могут прыгнуть только на... Не скажу, с кем. Сколько? Только к четвертому месту туда, но это маловероятно, ну, конечно. Да.
Ну, это при условиях, куча условий, куча ифов, которые... Ну, это надо сотворить чудо, конечно. Поэтому, да. Дальше. Дальше. Зона X1. Так, какие-то команды неизвестны. Не смотрел я их что-то. Как-то, по-моему, с первых минут, по-моему, просматривается какая-то форс-мажорная ситуация. Ты не видишь? Да, какой-то что-то как-то, да. Форс-мажорные моменты возникают. Какие-то листьев поналетало, сколько на поле. В общем, да, какие-то. Ну да, это форс. Все как-то дергается, да. У ребят сейчас тоже дергается на записи трансляции, так что все форс-мажоры соблюдены. Весь список как бы собран. Ну, да, ну если уже Евгений начал поворотом бить, то это уже точно форс-мажорная ситуация. Уф, ну воротничек в полном порядке. Ну, я смотрел игру, вот, до выхода Подвойского был счет 0-0, потом Вадя вышел, дал дебютный гол. Вот. Он, по-моему, вышел и не менялся до самого конца второго тайма, по-моему, так было. А, не, не. Он провел все время полностью на поле, прикинь. Ну, так сказали. Была информация такая в Твиттере. В Твиттере. Неправдивая информация. Отпишись от этого источника. Ну, первый тайм, вот уже второй тайм, незаметно прошло. Ну, как бы обзор 3 минуты всего идет. Моментов было как бы крайне мало. Игра была более-менее, я тебе скажу, что зона смотрелась очень достойно. Я лично смотрел игру, приехал, смотрел. Вот. Зона смотрелась очень достойно, уже... как бы так... Хорошо, что мы понимаем контекст, как бы, да. Ну, я считаю, что тут, я могу сказать, X1 победила просто на классе. Вот. Потому что, ну, зона смотрелась реально достойно. Вот. А вот, по-моему, этот гол. Ну, тут пас, тут, конечно, надо отметить пас Евгения Горенко. Просто форс-мажорный зашел пасец. Да, наверное. Дай ему еще 10 раз. Не повторит такой форс-мажор, но... Ну и Подвой, конечно, в лучших традициях как бы профессионального футболиста. Ну мы с ним, кстати, на недавней тренировке мы с ним этот финт отрабатывали, как бы, и он... Вот, и он, а, ну ты ему показал. Да, 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 с ноги на ножку, как бы. Все, не, помощь. Ну профиг, что сказать. Ну не зря, да, за него, да, как бы, за его отзаявку боролись 800 турниров, и наконец-то мы его дозаявили. Ну Артуру похуй, он кладет и за X2, и за X1, и там как бы ничего не меняется. Вот. Пас Юры Перелуя, да? Да, Юрец, ну тоже как бы профессионал, так что... Тоже, видишь. Высокая лига ФК Универа дает... Разрезные пасы дали оба друга. Да. На двух других друзей. Так что 2-0, зона, молодцы, смотрелись очень достойно. Вам отдаю респект свой. Игру смотрел лично, поэтому говорю... Ну, одно очко у вас это, ну, в турнирной таблице. Результат... Не по вашей игре, я так скажу. Но маемо, шо маемо. Ну, как бы, ты говори, да не заговаривайся, как бы. О, извините. Так, осталось у нас две игры. F5 Лимон ХЗ. Вот эта игруля была такая, очень интересная. Я застал там конец второго тайма лично. Угу. Пацаны... Ну, там уже F5 был, F5, в принципе, был без вратаря, без топового вратаря, как сказал Сафик. Не смею с этим мнением спорить. Угу. Вот. Но скажу, что Денис Братчук отстоял на воротах, как будто он тоже топовый вратарь. Вот. Так, это он в фиолетовой футболке был, да, я так понимаю? Блин, братанчик, отличная дедукция у тебя. Вот. В принципе, играла... По моментам, наверное, чуть-чуть превосходство Лимона все-таки было, но F5 отдам должное. У них моменты тоже возникали. Не так, может, регулярно, но все равно. Вот. Первый забит у нас Лимоны. Ну, пока что идет, в первом тайме шла более-менее обоюдные моменты. Потому что там, не скажу, что прям какие-то бешеные и опасные были. Вот. Так, ждем мы первый гол. По-моему, он скоро будет.
тут уже с ленточки достал игрок Лимонов. Очень как бы профессиональный по вратарским этим канонам, так сказать. А вот и Денис. А нет, это еще не гол. Мы все в ожидании. Режим ожидания. Ну, момент у F5, как видите, вот перекладина. Ну, блин, ну, я даже скажу, что у F5 моменты поярче были. И с линии, и с точки. Ну, у них как бы Ереван на воротах стоит, поэтому... У Лимонов, как бы... Что-то там, что на повторе, что на, в реальной игре я посмотрел, оно, ну, то есть в полной игре, оно как-то застыло, я не пойму. Ну, тут, видимо, Денис принял красиво и развернулся, забил. Вот. Ну, F5 реагировала на гол достаточно быстро. Счет 1-1. Остался до. Ну, практически до конца. Мне точно в какой минуте забили Лимоны. А, по-моему, вот сейчас, да. Опа, как раз я промотал. 40-я минута. Ну, нормально. Для F5. Да, потом посыпался F5. Я не вижу, там одна замена или сколько пацанов замен было. Это нормальный, достойный результат. Нет, уже две, точно вижу, две было. Ну, как сказал Илюха после игры. Илюха, привет большой. Типа, играли, в принципе, равная игра была. Вот. Ну, тут был бы вратарь, возможно, как бы эта десятка и не забил. Хорошо пробил, да. Ногенько положил. Когда вратаря нет на воротах, так и можно пробить. Потому что я думаю, что если бы стоял реально вратарь, то... Не, ну, как бы виноваты сами, по всей видимости, это фолы. Шесть фолов, да. Если сейчас полевой этот игрок, не надо, надо как-то думать, чтобы не заработать их, потому что вряд ли человек потащит. Ну, да. И я так понимаю, там было несколько точек. Ну да, два, как минимум. Так что Лимоны у нас 5 игр, 5 побед, и идут вообще без потерь. Разница сумасшедшая, лов. Практически как да. На один меч. О, такую пету ищет разница. Так тут вообще, блин, одни бомбардиры. Ну, тут уже за 6 туров уже по 9 голов у ребят. 9, 8, 7. Так что вышка вообще не подходит в этом сезоне. В полном порядке. Так, ну и Eastern Peak. Это вообще просто топ. Развязка невероятная. Ты смотрел игру? Да. Отличный матч, да, неплохо. Ну, Eastern Peak, помню просто, в принципе, с ними игру. Такие ребята, все большие, все вроде как с таким, с напором, ну, не проседают особо. Есть у них какой-то выделенный форвард такой, ну, то есть, столбец, скажем так. Что? По комплекции отличается, ты говоришь, все здоровые, но форвард у них по комплекции. Ну да, он так как бы, это хитрость тренера, в общем. Такая. Ага. Нет, ну тренер серьезный, его убить пика тут уже. Да, плохо. Вообще вопросов никаких. Тут и бани залетают такие интересные, с носка под перечь, практически в 9 баллов. Ну, ну как да, сказал Пама, ну, с Беби, извините, что Eastern Peak вообще без вопросов, очень хорошая команда, и было непросто с ними играть. Вот. Ну, первый тайм, больше, наверное, моментов у Eastern Peak, я отмечу, было. Тут сам даже прикол, ну, уф, вот это поймал. Тут, конечно, игра была веселая, интересная, с кучей моментов, но тут больше прикол в концовке игры. Вот. Я думаю, есть смысл промотать туда. Ну, там, где Бейбеги давили, но в итоге получили 4-1. Себе в пустые. На 48-й минуте. На 48-й минуте был счет 4-1 и стал 4-2. То есть сейчас у нас счет вот становится 4-2. Ну, они пятером, они пошли пятером. Ну, понятно, но все равно 48 минуты 4-2. В следующей же атаке забивается. Нет, не забивается. Вот, и вот это штрафной просто бешеный. Ну, через атаку забивается еще один гол. 40, там по-прежнему 48 минута 4-3.
Eastern Peak, не знаю, хотели пойти атаковать, не знаю, я бы сел на свою, бы сидел. И тут бабах, 4-4, 49-я минута. Да. Я так понимаю, что ребята только разыграли, перехватили мяч, вот, и Сорока дал как бы плюху. Свою рабочую. 4-4. Ну и зачем было идти пятером, я не знаю, у Бей-Беги настолько плачевная ситуация, типа, чтобы идти, продолжать идти пятером, ну, Бей-Беги. Это при том, что они проиграли 7 очков. На самом деле, смотри, ну, на самом так деле... Ну, они проиграли 7 очков. А если бы они оставили ничью, 4, сейчас бы у них было 8 очков, а у Eastern Peak было бы сколько? 5. Ну, типа, зачем было идти, продолжать идти пятером? Ну, понятно, они, никогда ты не думаешь про на 49-й минуте, так они, что причем, можно оставить ничью. Самое прикол, что они могли еще забить. Они я про это и говорю, да. Это все, блядь, происходит 2 минуты. Просто тупо 2 минуты. Меньше, вот, это уже бам, минута. И все, забивай. Забивай. Еще один момент. Ну, они тушили уже. И все. И в итоге человек идет один в один. Ну, полевой не на воротах. Сзади. И все. Сзади рука, пенальти. И 5-4. Ну, не знаю. Как по мне, странное решение со стороны Бей-Беги. Остаться пятером. Я понимаю, что могли забить. Ну, в итоге вот что. Что получили. Да, развязка драматическая. Но тем интереснее, потому что так ситуация в Middle League просто очень-очень напряженная. Тупо. Восьмое, от 8 до 1 3 очка. Вот. Вот такой вот получился у нас тур. Зина. Все, Майца. Такой вот получился тур. Передаю всем, как говорится, из оргкомитета пламенный привет своим вот этим решением последним, ну, крайним. Вы показали, что если человек уже бицуху напряг, то надо как бы доводить дело, что-то делать, можно делать что-то, я никого не призываю ни в коем случае, но это значит, что можно что-то делать, потому что все равно в итоге ты получишь там пару матчей после просмотра эпизодов, вот. И, конечно, желательно писать все-таки, кто присутствовал там на заседании, кто просматривал эпизод, кто из судей. Вот. Я с игроком сайта соимел разговор, очень нормально, абсолютно поговорили, решили. К сайту вопросов у нас нет. Я специально не обозревал игру, не хочу, потому что мы с Егором заинтересованные лица. Мы игроки X1-2. Вот. И я считаю, что наше мнение было бы некорректно. Пацанам из сайта совокупно вообще никаких. Ну как некорректно? Общее мнение понятно, что это очень странно делать такие какие-то постфактум решения, когда ну, оно очевидно просто. Ну. Это в 10 раз обиднее, чем красное мне за слово «черт». Вот, поэтому... Да, человека удаляют красный за одно слово «черт», а тут как бы после там просмотров кучи два, зачем тогда два судьи, которые там смотрят, а потом типа на оргкомитете посмотрят, пересмотрят и что-то там вынесут. Ну, короче, к сайтусу вопросов никаких, пацаны красавцы, ну типа успехов вам, вот. Но вся эта ситуация, конечно, наводит на неприятные мысли. Ну, что делать? Это IT-лига, тем она интереснее. Пишите комменты там под той новостью, как говорится. Там какие-то уже партийные люди появились даже. Вот. Наш турнир набирает обороты, набирает скандалы. А скандалы – это всегда интересно. Так что всем спасибо, Егорыч, спасибо, что составил компанию. Сегодня мы без Бахи да, были. Да, не за что. Поэтому 3-4 минуты. Видишь, Баха занял бы 25 минут, потому что у нас обычно по часу. Ну по да, часу. Он там начнет рассказывать. Да, начнет. Все, Егорыч, спасибо. Да, все, всем пока, на связи. Всем увидимся удачи. На полях, всем удачи. И до свидания, да.